Привет, я Наташа, и я хочу стать частью фестиваля Таврида Арт 2022. Я учусь в КФУ имени Вернадского на втором курсе специальности туризм. Туризм — это действительно очень интересно, но я не думаю, что это дело моей жизни. Ведь с 11 лет я увлекаюсь монтажом видео, и это приносит мне огромное удовольствие. Помимо этого, я люблю читать, в основном психологию, в процессе написания своей книги. А еще в университете я узнала о том, что такое КВН, и уже 2 года принимаю в нем участие. За это время мы с командой успели поучаствовать в различных крымских лигах, а также занять призовые места. Именно благодаря КВНу я стала выступать на сцене и поняла, что я очень люблю сцену, а сцена любит меня. На фестивале Таврида Арт я уже была в прошлом году, поэтому хочу поехать туда снова, чтобы получить новые незабываемые впечатления, показать свои творческие способности и раскрыть свой потенциал. До встречи на Тавриде!